Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас очередной выход. Решили мы, наверное, в последний раз выехать на коп с ночевкой. Но я сюжет записываю этот не ради этого, а ради того, что в связи с тем, что на моем основном канале запретили, YouTube запретил пока делать стримы до 14 января, мы сейчас все собираемся на новом моем канале Александр Самарский. Ссылочку я буду предоставлять под этим видео. Больше сказать нечего. Заходим на стримы, там все дружно общаемся. Многие сейчас туда свободно заходят. Но я рекомендую и прошу всех зайти по ссылке, подписаться на новый канал. И до 14 января будем стримить там. Будем там разыгрывать монетки малого, большого и среднего кота. Ну и давайте. Та-дам! Кто? Ну кто там? Охренеть! Андрей Кузнецов. Ребят, ну я тут ничего, ребят, я тут ни подстава, ничего я не делаю. Андрей Кузнецов у нас забирает рубль к себе в коллекцию. Монетка просто хорошая, шикарная, очень замечательная. Это монета не с Алиэкспресс, ребята. Это монета настоящая, копанная. Вот, так что я думаю, каждый будет рад такой монете. Так что принимаем участие, заходим, подписываемся. Кстати, там будет тоже видеосюжеты в виде фильмов. 1,5 на 2 часа. Тоже связано копе. Так что заходим, зимой есть что будет посмотреть. Так что на этом и все, ребят. Смотрим.